Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, с вами Игроша, это прохождение замечательной игры под названием Tactic Wars, друзья, давно не слышишь. Эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами, да, и сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да. И в прошлое я пытался уже, друзья, записать эту серию, но когда у меня еще был 6-й левелап, то есть вы можете обратить внимание, то что, ну, на меня нападали и... Да, видите, всего два раза я отбил атаку, как бы, и вот сколько раз я зафейлился. Ну, вот этому вот мы первому самому, видите, отомстили, написано. Этим мы тоже сейчас будем мстить. К сожалению, забыл включить микрофон и не проверил это, друзья, так что вот так вот. Так что давайте быстренько будем, заберем наши ништяки. Так, все, больше ничего нету. Больше ничего нету. Да, отлично, кристаллички есть. Мы еще какое-то задание здесь выполнили. Ну, ачивка типа была. Ну, ладно. Нет, так нет. И у нас поднялся уровень. Давайте посмотрим, что на него можно купить. У нас уже 7-й левелап. В принципе, вроде бы я так смотрел мельком, когда заходил. Вроде бы... Не было таких интересных, ну, ништяков. Так, 12-й, 10-й. А вот 7-й левелап. Он, походу, единственный. И что он дает? Давайте зайдем, посмотрим. Повышает уровень защиты каждой территории на 5 очков. Давайте разблокируем его. Неплохая ачивка. И вроде бы здесь уже пока больше ничего нету. То есть 7-й, 7-й. Смотрим, друзья, 7-й. Вроде бы нету. Да, нету. Но мы можем открыть за 6-й левелап вот эту вот штуку. Давайте это сделаем. Разблокируем. Пускай будет. И у нас 9 серебра осталось. Также сейчас у нас еще ништяки нам дадут. Ну, филки. Отлично. Также у нас сколько? 29. Но мы видим, что у нас есть 5 этих. 4 еще бомбы. Нету парней, которые у нас вот здесь вот стоят. И всего 2. Ну, 2 хватит. А вот ребят надо покупать. А, это карты мои, это карты, это все нормально. Да, деньги мне пришлось зарабатывать вот здесь вот. Пропаганде. Посмотрел, наверное, около 8 компьютерных игр. Так, давайте защиту посмотрим. Опа-на. Давайте вот это вот купим. Да, почему бы нет? У нас еще 14 осталось, а это 30 стоит, да? Ну ладно. А, это всего вот эту дают. Ну ладно, пускай будут, почему бы и нет. Да, вот этих, конечно, не купили, но ладно. 110, видите, и 105. То есть мы еще можем парочку ребят поставить. Или вообще вот этих убрать, например. Давайте так и сделаем. Поставим, например, вот сюда. А, видите, 115. Ну, можно... Можно поставить 120. А, ну да, да, точно. Что-то я туплю. Вот так тогда оставим. Не будем больше ставить. И посмотрим... Давайте посмотрим, что за атака. Или сейчас назад просто уйдем, не будем атаковать, а будем мстить. Давайте будем мстить. Давай грузить, грузить быстрее. Так, как я знаю, на меня там много напали. Вот это вот мы уже сделали.
Что за АФНГ? Просто набор букв, друзья. Давайте на него нападем. Попробуем ему отомстить. Да, у него ничего интересного нет. Ну вот, пушка у него такая неплохая. Ну, у него, видите, восьмой он левел ап. Все равно попробуем его сделать. Аккуратно. Так, я уже вижу парней. Отлично. Отлично. Так. У-у-у-у. Отлично, отлично. Давайте возьмем вот этот ништячок. Отлично. Так, ну пока, видите, нам не дают. Я не вижу, мы, интересно, потеряли хоть кого-нибудь или еще не потеряли. Так. Отлично, есть. Пока не будем заходить, я хочу сразу пушку уничтожить. Тут не пройти. Давайте в другом месте попробуем пройти. А, дальше нам нельзя. Ну, понятно. Давайте тогда вот так вот встанем пока. Давайте, ребятишки. Огонь. Огонь. Давайте, парни, валите их. Так. Ну, что там? Все? Так, сейчас надо, главное, аккуратно вот здесь вот пройти. Но у меня есть план, конечно. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так. Отлично, давайте сразу убегаем, потому что там будет сейчас снаряд лететь. Отлично, есть еще. Давайте еще возьмем. Так, отлично, есть. Идем дальше. Оп. Что тут за отряд такой? Отлично, есть. Еще возьмем, ребят. Потому что ребята нам нужны. Отлично. И давайте сразу поставим, наверное, их вот таким небольшим кругом, как стояли вот эти розовые парни. Да, примерно пойдет, друзья. Так, сейчас они уже пойдут в атаку.
Давайте, парни, сюда, сюда идите. Отлично. Отлично, отлично. Так. Сейчас у нас уже добудется еще, ребята. Одного у нас убили, как я вижу. Так. Так, держитесь большой группой, чтобы был большой обстрел, друзья. Так, отлично, отлично. Сейчас я еще вот эту применю. А, блин, ребята, да, не успел я. Ну, огромная-огромная армия наша жива. Отомстили мы еще одному. Оборона у него была не такая уж серьезная. С. Я думаю, мы будем круче. Так. Отлично, давайте посмотрим вот сюда вот. Почему-то мало очень, походу, за это дают. Механик. Да, в следующей серии мы больше, наверное, мстить не будем. Почему-то потому что... Ну, видите, два всего вам дали. Ну, а здесь дали до хрена. Давайте тогда сразу зайдем, купим наших парней. Они стоят очень-очень дорого. В принципе, больше-то никого не сможем купить здесь. Ну, вот эти пушки у нас есть, они пока не нужны нам. Остальное пока мы купить не в состоянии просто. Офигеть, смотрите, за 105, кошмар. Там хрен войдут. Без приглашения. Что, потом будут такие танки? Ужас, друзья, ужас. Так, давайте тогда вот этого купим за 30. Немного потратились, но пускай будут. И сейчас у нас вся оборона, в принципе, есть. И в следующей серии мы уже на кого-нибудь нападем, но мстить больше не будем. Мало-мало дают филок, так что вот так. И на этом, наверное, закончим нашу серию. С вами был, друзья, Крош. Кому понравились видео, ставьте пальцы вверх, комментируйте. А также не забывайте подписываться, кто еще не подписался. Заходите в группу, оставляйте там комменты и увидимся уже в следующей серии. До новых встреч, друзья. Пока-пока.